А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Тут какая-то обнова только что была. Что-то тут подобавляли конвои какие-то онлайн, полуонлайн и так далее. Я, короче, хз. Ядрить, колотить. Но это попозже разберемся. Так, грузы. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. Заказы агентства. Нам нужно продолжать дубасить Испанию и Португалию. Значит, что у нас тут есть? Нам нужно до Альмараса добраться. Так, ну-ка, карта. А по каким дорогам лучше добраться? Мне кто-то скажет или нет? Слушайте, ну, было бы неплохо. Из Сьюдад Реаль добраться до Альмараса. Это было бы прям вообще пушка. Не-а, не будет такого груза. Блин, жаль. А отсюда? Тут же есть наверх? Да, есть. Ох, нифига. Поездочка. Куда-куда? А, нет. Реношка 6800. Обычный заказ. Давайте возьмем. Мы просто немножко по-тупому поедем. Сделаем большую петлю, так сказать. И все. И нормально. И сойдет. Правильно? Я думаю, что да. Как раз и город откроем. Ацетилен везем. Офигеть. Пуэрто-Льяно. Так. Короче, мы едем через Альмарас. Во. Вот и весь наш маршрут. Блин, что-то заправки поменяли. Такие страшные теперь на карте стали. Но в то же время стали больше напоминать 18 стальных колес. Вдруг кто не знает, ETS это те, кто 18 стальных колес делали. Когда еще не было ETS. Так. Погнали потихоньку. Че я тут могу себе наклацать интересного? Топливо 382 литра на 900 км. Мы себе на 570 накрутили уже. Опа! А я и не знал. Что тут такое есть? И даже игра ничего не сказала, что у нас рядом тут такая отметка. Посмотрим. Видосик. А точнее виды. 6 из 15. Еще 9 штучек осталось. Пуэрто-Льяно. Нефтеперерабатывающий завод. И все, что ли? Это электростанция, понятное дело. Или перевалочный пункт какой-то. По электричеству. Короче, нам просто хотят показать завод. Поехали. Чем мы завода ни разу не видели в жизни. Так, это расход. Что у нас вообще по весу там? 10 тонн. 10 тонн нормально. Кстати, странно, что с него нельзя там грузы возить. Было бы прикольно на самом деле. А время 21:21. Офигеть. Мы долго будем ехать. Ой, долго. Недолго будем ехать, а... Вся поездка будет у нас ночью. Не очень хорошо. Потому что нифига не видно будет. Мы-то выбрали дорогу специально, чтобы
было все классно и красиво. Посмотреть местность и так далее. Но получается как всегда. Интересно, там тоже шлагбаум или нет? Но там вообще забор. Тысяч. Мне кажется, мы сегодня сможем водилу себе позволить. Посмотрим. Потому что я не помню, какой там грузовик нужно покупать. Или гараж какой-то улучшать. Ну, кстати, если гараж, можно и чекнуть. Ну-ка, грузовики. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Хайвей. А, хайвей, это же дорогущие, по-моему, косари по 140 они стоят. Хайвей. Так, ну-ка, галерея. Тягачей. Что мы там смотрели? Чем мы взяли? Я забыл уже. Маны. У нас 2 мана и 2 веки. Ну-ка. Где там наши маны? Ман, ман, ман. Ман 1. Ман 2. Ман 2. Так, ну-ка. А, турно. Так. И века, машина века. Стралис. И хайвей. Да, хайвей, короче. Жаль, тут ценник нельзя посмотреть. Хотя мы можем и так посмотреть. А по гаражам что? Забит, забит, забит. Это, судя по всему, мой. А, так в этот все равно некуда пихать. Его надо улучшать. И, в принципе, уже все равно становится. Мы все равно не сможем сейчас тачку купить. Зато гараж улучшили. Еще 2 тачки войдет. Погнали. Зеркало очень удобно висит, центральное. Да и боковое зеркало тоже хорошо видно. Центральное прям морду всю видно просто. Срежем чуть-чуть поворотик. Давайте, наверное, с дальним ехать. Хоть побольше чего-нибудь увидим. Так, а время прибытия у нас хоть совпадает, а то я там накрутил себе. 6 утра. А, нифига, мы прям впритык идем, потому что маршрут очень длинный сделал себе. Время прям вообще впритык. Так, надеюсь, встречки не будет. Единица 42, 5 утра. Там 6 было, да? Да, 6 утра. Нормально, сойдет. Слушайте, ну бодренько прет. На самом деле, возможно, это не самая дешевая комплектация. Потому что едет очень хорошо. Да и вес, в принципе, небольшой. Но у нас бывает такое, что вес там 5 тонн, а грузовик нифига не едет. А тут прям на подъем даже шпарит. Так, там хоть все правильно или нет? Самое интересное, вот в этом городе были, хотя мы не были в нем. Черт его знает, что это за город такой. Мы в нем не были, но мы в нем были.
И время самое интересное, что не перемотаешь. Потому что все впритык. У нас разница всего 1 час. Капец, да? Ну, прикольно, на самом деле. В город не заезжали, но он открылся. Трафик в шоке, наверное. Думаю, что происходит тут. Так, по этому кольцу быстро не прокатишься. Я, кстати, даже не знаю, какая у нас устойчивость. Но Магнум выглядит так, что он не особо устойчивый. Понимаете, что мы даже никаких глюков тут не заметим? Недоработок каких-то и так далее. Потому что темно просто как в жопе. Тупо заложил в поворот. Это точно дальний? Дальний такой же, как у меня на машине. Просто никакой, его будто нет просто. Но смотрите, без фары то лучше видно. Мы еще не врезались. Ох ты, блин! В бордюр въехал. Офигеть можно. Ярик водила, да? Грунтовочка какая-то справа. Точно, вдруг тут скрытые дороги какие-нибудь еще будут. Такое же тоже может быть. И тебе привет. 460 км осталось. Время начинаем потихоньку уменьшать, потому что едем быстрее, чем нужно. Я думаю, нам нужно будет как-нибудь сделать поездку. 1000 так на 4 километров. И мы просто столько бабок закосим с той поездки. Просто за счет того, что мы там сможем спать. Я даже не знаю сколько. Сутками. Прям сутками сможем спать. Я почему-то хотел вниз уже поехать. Ну, 125 уже. Я думал, тут дорога будет более извилистая. А мы так едем прям вообще. На пофиг. Но автобус все еще догнать не можем. Какие-то страшные слова там написаны. Даже читать не буду. Так, по-моему, сегодня будет 140. Или не будет. Или будет. О. 145 даже есть. 9. Давай. Ну. 50. Есть. 150. Отлично. Прям на самом подъеме уже. Появилось 150. Отель Зарита.
фурики спят. И снова кольцо. Просто так. Бенито. Город называется Бенито. У кого-то же даже имя такое есть, Бенито. Бададжос. Безымянный город, в который заехать нельзя. О, все уже, до трассы доехали. Время прибытия уже 4 часа, пишет. На 2 часа раньше. То есть час уже минусанули. Нам еще в один город сейчас нужно заехать, чтобы открыть его. И все. км осталось. Было 500 чем-то, по-моему. То есть образно проехали половину. Ограничение соточка. На таких дорогах знаки должны дублироваться. То как бы вот так вот сейчас увидел издалека ограничение, да? По факту я-то за фурой его не вижу, ограничение. Если на легковушке на какой-нибудь. Так, Вильям заработал 452 евро. Чё за деньги-то такие? Интересно, тут рано светлеет или нет? Потому что в 3 часа ночи уже может начать так потихонечку светлеть. Но смотря где. Ты чё там за нах? И шо это такое? Я бы понял, там луна, например, где-то между деревьями, но... Я не вижу луны. Что за фигня? Чё? То есть вы воткнули тоннель со светом, который ты с дороги... Не, ну может отсюда где-то увидишь с 15 километров. Да нифига там не видно. Но в то же время он светится над дорогой посреди ночи. Шикарно просто. Нафига там нужен этот тоннель со светом? Просто тоннель воткнуть можно и все. Дорогу какую-то нарисовали. Там же рядом не проедешь никак. Нет. Ты ни дорогу ту в тоннеле не увидишь. Ни свет тот в тоннеле. Но дорога, блин, светится сама по себе. И ты просто проезжаешь такой, я уже луну начал искать, думаю, где там луна, думаю, откуда там, может там что-то светит. Оказывается, этот тоннель снизу подсвечивает асфальт. Офигеть можно. Хотя мы тут ездили. И реально вот этот косяк, получается, видно только ночью.
Так, едем в город. Альмарас. Ух ты, как удобно. Ёпты. Чё-то я перебрал, малёха, да, походу? А, не, все отлично. С нуклеер? Где-то атомка стоит. Походу, где-то атомка рядом. Нуклеер, это ж, по-моему, типа атомная. Чё-то атомное есть. Сейчас опрокинемся где-то в повороте. Так, город мне открывайте, давайте. Слушайте, а где там строят этот термоядерный реактор? Во Франции где-то или в Испании? Да ё-моё. Город откроется или нет? Я уже вовнутрь заехал. Прикольно. Короче, тут какая-то эта атомка. Давайте пролетимся хотя бы. Электричество. Огромная стоянка. А, типа вот тут два реактора. Ну, прикольно. Все, летим обратно. Ой, не успеваем немножко рулить. На этот бордюр лучше, мне кажется, не заезжать. А то куда-нибудь улетим. Три кольца подряд просто. Давайте налево сразу. Надеюсь, до Фурика успею. Вау, нифига. Приветик. В бочину, на. Нет, остановился. Думал, сейчас стукнет меня. А, нифига, у нас трехосник. О боже. Почему рано ночью такая страшная? Какая-то стрекоза. Никогда не обращал внимания, как тут фары горят. Они же, по-моему, квадратные. Почему они круглым светят? По-моему, они квадратные здесь. А, нет, круглые. В квадратные просто фигня. Блин, это стрёмно ночью выглядит. Так, чё по топливу? 158 литров осталось. На 377 км. Нам хватает. Доход. Буджо. 3259. Уже пол третьего ночи. Но все равно темно. Хотя небо начинает где-то издалека чуть-чуть светлеть. Сейчас пока доедем, уже будет так нормально. Кусты забыли подстричь. На трассу уже вылезли. Тачку мне тут царапают.
И второй раз 150. Даже прям 151, 152, чтобы зафиксировать, да? 153. Новый рекорд. 160 будет или нет, как думаете? Не, не успеем. Мы даже 153 не выжили, 150 максимум. Я просто смотрю такой спуск затяжной, думаю, сейчас разгонимся. А нифига. Так, еще доходик. Лука. 1198 евро заработал. И нам осталось ехать 80 км. Три ночи. По-прежнему темно. Хотя, возможно, восход где-то сзади будет. Не, нифига не видно. Топливо заканчивается. Ну, это бывает. Сколько там топлива? На 200 километров топлива еще. Его валом там. Сначала знак Бададжос типа направо, потом раз... Бададжос туда заканчивается. Вот это Бададжос. Полный Бададжос. Не могу тронуться, я в текстурах застрял, походу. У меня прицеп в текстуре. Я за текстуру цепляюсь. Ой. Нормально. И что это выходит? Да. Серьезно, вот от такого удара по 1%? Ну, я просто знаю, куда бить надо. Я там все просчитал. Я ж спец в этом деле. Диф вырубить. Ну ладно, уговорили. Ой, нам налево. Блин, все равно темно еще. Такое ощущение, что темнее становится. Да, вот когда они не светятся, они выглядят гораздо красивее. А когда светятся, просто стрёмные. Так, где-то тут наша база. Какое-то знакомое место. Такое ощущение, что мы здесь как-то блудили немножко, да? Давайте по встречке чуть-чуть. Миллиметровщик. Извините. Простите, извините, я вас зацеплю немножко. Капец, прицепы странные, сквозь текстуры катаются. Volkswagen там насквозь проштыркнул уже прицепом. АЦЦ. Кондёр, что ли?
Главное, ручник розовый в тачке. Розовый ручник. Так, не парковать. Превосходно, видите как? Идеальный водитель. Бонус доставки груза категория ADR 121 XP. О, прикольно. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.